Египет накрыла новая волна столкновений противников и сторонников экс-президента Мухаммеда Мурси. Сразу в нескольких городах страны прошли массовые задержания активистов движения «Братья-мусульмане». Беспорядки вызвало признание властями данного движения террористической группировкой. Трое погибли, 256 человек задержаны. В соответствии с решением египетского правительства, любая деятельность религиозной ассоциации, как в пределах Египта, так и за рубежом, объявлена незаконной. Членам движения также запретили проведение любых демонстраций. Но, несмотря на многочисленные аресты, митингующие обещали вернуться и продолжить свои протесты.